Ночной пожар выгнал из своих квартир жителей дома номер 35, корпус 2 на улице Мебельная. Возгорание произошло в полночь на 12 этаже высотки. Как сообщили жителям, их пьяный сосед курил и заснул. Мужчина проснулся от дыма, сначала попытался потушить пожар сам, но неудачно. Охранник 25-этажки вызвал пожарных. Оказалось, к тому времени, как приехала бригада, начал гореть пластик. Люди в доме стали задыхаться от гари. Ощущение было, что горела проводка. Огонь быстро удалось потушить. Виновника пожара, как говорят, спасли чудом. Впоследствии нерадивого курильщика забирали наряд полиции и скорая помощь. Отметим, что днем ранее на соседней улице в Приморском районе загорелась и начала взрываться помойка. Пожарная бригада также подъехала быстро, однако местным жителям пришлось надышаться зловониями.